Друзья мои, всем привет! Я рада видеть вас на своем канале и хочу сегодня предложить связать узор для вот этого топа из журнала Верена Подиум. Очень активный, рельефный, широкий рубчик. Я специально провязала образец из более объемной пряжи, чтобы вы смогли прикинуть, что можно связать данным узором еще. Я сразу же вижу, это шапка или отделка, например, в виде манжет или планки к вашему какому-нибудь кардигану или... Ну, возможно, джемперу. Что ж, решать вам. Давайте мы поскорее перейдем к мастер-классу. Раппорт составит 5 петель и 2 ряда в высоту. Пряжа в образце Пихорка Зимняя Премьера. Все внимание на экран. Итак, первый ряд мы снимаем кромочную. Далее у нас изнаночная. Еще одна изнаночная. Теперь первую, вернее, у нас получается она третья петля. Мы ее оставляем перед работой, перекидываем. Далее провязываем четвертую лицевой, делаем скрещивание, опять-таки перед работой. Довязываем лицевой нашу третью петлю и изнаночная. Повторяем раппорт, 2 изнаночные, третью петлю. Перекидываем, оставляем ее перед работой. Четвертую провязываем лицевой. Делаем скрещивание. Довязываем нашу перекинутую петлю лицевой и изнаночная. Повторяем еще раз. 2 изнаночные. Третью оставляем перед работой, далее четвертую провязываем лицевой, делаем перекид, довязываем нашу петлю лицевой и изнаночная. Таким образом провязываем наш первый ряд до конца. Мы закончили первый ряд по раппорту и приступаем ко второму ряду. Здесь мы будем скрещивать наши петли за работой. Итак, снимаем кромочную и начинаем скрещивать. Первую петлю оставляем за работой, вторую провязываем изнаночной. Вот так вот за работой производим наше скрещивание. Довязываем первую петлю, возвращая ее на левую спицу, изнаночной и 3 лицевые. Повторяем, оставляем первую петлю за работой, далее изнаночная, возвращаем первую петлю также за работой, довязываем ее изнаночной, и далее у нас 3 лицевые. Друзья, ну что ж, вот такое вот незамысловатое скрещивание петель приводит к формированию харизматичного, широкого, активного рубчика. Я уверена, что за этот мастер-класс вы мне поставите лайк. Обязательно сохраните его в своей копилке, а также подпишитесь на канал, если вы до сих пор еще этого не сделали. И не забудьте перейти по ссылке на мой дзен-канал, там ждет много интересных моделей для вязания. Я желаю вам отличного настроения и прощаюсь с вами до завтра.